Полтысячи участников со всего Поволжья Ульяновский манеж «Спартак» впервые в своей истории принимает первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В предыдущий раз подобные старты состоялись в регионе в далеком Олимпийском 1988-м, и это было летнее окружное первенство. Возвращение на всероссийскую арену состоялось благодаря успехам уже нынешнего поколения легкоатлетов. По всем возрастам мы входим в премьер-лигу на чемпионатах и первенствах страны. И на равных боремся с такими грандами, как Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленобласть, Мособласть. Это там, где есть ЦОПы. То есть Центр олимпийской подготовки. И мы боремся с ними на равных, таким небольшим нашим регионом. Спортивные успехи успехами, а наличие специализированного манежа для проведения крупных стартов никто не отменял. Возведенный в Ульяновске несколько лет назад, «Спартак» первенство ПФО подготовили на 100% и даже организовали прямую ТВ-трансляцию соревнований. Хорошо, что всероссийские соревнования по легкой атлетике расходятся по регионам, и факт проведения соревнований здесь, в Ульяновской области, говорит о том, что легкая атлетика здесь развивается, что это является хорошим стимулом для повышения мастерства не только самих спортсменов, но и качества работы судей. Бег на спринтерских и старских дистанциях, прыжки в длину и высоту с шестом и без, и даже толкание ядра. Программа состязаний первенства ПФО очень обширна. В двух возрастных группах будет разыграно несколько комплектов наград. И обладательницей первой золотой награды стала представительница сборной Ульяновской области. Кристина Шадлова показала лучший результат в беге на дистанции 400 метров среди спортсменок не старше 20 лет. А так я вообще посвятила этот старт папе своему. У него сегодня день рождения, и поэтому я хотела сделать такой подарок и пробежать, ну, по лучшему времени. Надеюсь, что у меня получилось. Первенство среди юношей и девушек продлится в манеже «Спартак» до воскресенья. И все же это генеральная репетиция. Ведь через неделю еще один крупный легкоатлетический старт. Ульяновск примет зимний чемпионат ПФО, на который съедутся сильнейшие атлеты Поволжья. Михаил Сашанский, новости Управды ТВ.